Оп, оп, оп. Только с третьего раза клумбу перепрыгнул. Вот и ругается в Пайнвуде уже на кого-то. А, уже сидит. Одного убил. Неплохо. Ты дверь ту открываешь, а я вот в эту захожу, и он сидит. И ты, получается, перекрываешь. Он про тебя может не знать. Стой там. Я буду кашлять. Вряд ли он зарашит, конечно, но вдруг. Ой, аккуратно, от гранаты. Он про тебя вообще инфу никакую не имеет. Вот чем мог ему дать? Он же видел, что двое нас было. Может, и не видел. Видел, видел. Получается, там же второй этаж, да? По-моему, не знаю, я просто шаги слышу. А нет, живет что-то. Сейчас он про меня знает, скорее всего, что я зашел к нему на первый. Бегает. Но у меня на этаже, на втором, по-моему. Я да-да-да знаю. Значит, он знает, что я здесь. Но мы знаем, что он знает, что мы знаем. Он, ты, короче, бегаешь в углу стоит, да-да-да, в углу. Знаешь угол вот здесь, как выходишь, если бы мы вышли, сразу влево? Угол. Правый, правый угол. Ну, от меня, от, понимаешь, от моей позиции? Да. Не вижу тут никого в углу. Там, там где-то. Нет, он где-то глубже. Ты сейчас ходишь? Да, остановись. Да. Он ползает. За папа Джеймсом ползает. Встал. Он посреди я этого зала. Я, кажется, голову его не увидел. Блядь, да, это голова была, сука. И у меня стамина нету на руках. Он от тебя, если как заходить в основной зал, слева потом, в сторону винтовых лестниц. Не винтовых, а этих, как их, блять, эскалаторов. Справа от меня. Слева стена у меня тут вообще какая-то. У меня все эти стойки справа от меня. Вот он. Вот, простреливай. А, слева, слева он бегает. Я же тебе говорю, слева. Да-да-да, я понял. Куда-то запрыгнул. Я вышел? Я убил его. Еще. Ты меня убили. Ты его ранил, да? Нет, я думал, это ты. Бил? Они вдвоем тут, значит, сидели. Поэтому меня и смутили звуки, что были справа. Давайте, ребята. Ну вы же нашли ключ-то, наверное, нет? Бля, тоже русские. Да, мне касса убила. Скапай, челик. Повязка каповская. Не наш.
по-любому знает про это, не просто так шарится. Да понятно, знаю эту полянку. Полный вечер тут, эта область слишком населена. Тут не было раньше столько, вспомни, сколько мы приходили, тут и директор не залутан был в конце рейда. Я, знаешь, не удивлюсь, если они потом скажут, мы не стали возвращать Климова. Да это, нет, они вернут его. Это сделано by design, чтобы вы не выходили так часто из рейда здесь. На самом деле такие думают, блять, как мы сломали это, сука. Хрен знает, как его починить. Блин, такие раз по рукам такие. Спасибо, Каташек, за музыку. Сразу клиника вспоминается под эту песню. Не, мы за музеем заспавнились. Посмотри на ютубе, там 37 миллионов. Это тот, наверное, клип, который ты имел в виду. Перебежало три жулика на противоположном респе влево. Через дорогу там получается? Да, там в глубине. К школе пробежали от музея примерно. Че, он Саниного бара один вышел. Белого. Еще там есть по дороге дальше за газелькой. Бойся. Напугал его. Казалось, от белуги стреляли. Бегает тут у Юсековской хаты пирогрупп. Понял. Возвращаюсь. На гранате. Убил. Задел, по-моему. Убил троих. Фига. Убил. Лежал все-таки сегодня. Снайпер. Кто-то прыгает в белуге. По дереву ходит. Я не слышу метро в этом. Отшифтует. Убил.
Еще один обладатель капы. Да ж, сколько тут каповцев-то на этой карте? Уже. Каждый рейд кого-то с капой убиваем, охренеть. Опа, у него ключ вид. Let's go. А там эта тройка, да, бегает? Они ушли оттуда. Возьмешь сумку терминатор у него? Тогда я не буду брать, пойдем. У нас есть, есть задача поинтереснее. Много. Давай через вот этот пройдем, наверное. Да-да-да, через двор по краю справа, там через музей. Ходит еще. Правый, бегай, бегай, бегай. За нами. Да, 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 да. Не шуми, не шуми. Ты прыгаешь? Нет, я иду. Жокло. Могут над нами уже прыгать? Я понял. Я на лестнице стою. Убивали бота. Значит, по-любому там наверху сидят. Ну, тактика-то рабочая. Ну так... Граната у меня есть, в принципе, все есть. Все там жулье. Я еще 4 могу отсыпать, хочешь? Есть, есть, все есть у меня. Это какой получается этаж? Может быть, просто грены первый в окна закидать? И да, я буду слушать, если будут шебуршать. Четвертый получается это этаж? Ну, с верхнего начинай, возможно, потому что там же тоже могут сидеть. Да, это самый... Хотя самый верхний это вот... Блять, бот! Сука! Только, как бы меня не взорвал бы. Посыпать... Я, короче, ушел с подъезда ниже. То есть, ты будешь кидать, посыпаться вниз. Еще бот, по-моему, где-то идет. Докидал все. Движения не было. О, откидывает. Открыто, ёпта. Тогда стой, я проверю, если что, уйдешь с ключом. Вот чат. Вот поняли, смотри, висит. К чему отсылочка, поняли? Надо посмотреть, в игре такая же номер квартиры, такой же был, нет? Там пистолет висит в воздухе. Да, да, я видел. Тут причем двойная отсылка. И вот эта отсылка, и ключ называется точно так же, как в той игре. Челобот убил. Уже шкрябал своими ножками сюда. Че, одну камеру надо поставить на лестнице? А, да? А как ты же всеми занимался там? Есть. Есть? Да. Поставь две камеры. Угу. Это залутал типа, которого я убил. Жетончик мне принес. Это отсылка на игру Silent Hill, чат. The room.
The Room, да. Там главный герой сидел в комнате, вот в такой заколоченной. Надо туалетик было... в какое-то отверстие вылазил постоянно. Да-да-да, там червь огромный ползал. Ну, это Silent Hill типикал, там максимальная наркомания. А, крутая, да, для своего времени была. Там все крутые, я бы сказал. Во второй саундтрек офигенный. И вот в игре был ключ точно с таким же названием Silent Hill, и дверь была такая же заколоченная. Еще можно было иногда подходить в глазок, смотреть, ну, как бы игра, но в принципе такая, типа, криповая. Там либо тень стояла от кого-то, кто в коридоре стоит, либо кто-то тебе стоял около двери, фигура, типа, смотрела на тебя. Мне кажется, это лучший хоррор всех времен. Это просто как бы такой саспенс, что ты, блядь, не понимаешь, что тут происходит, блядь. Там мурашки по коже шли. А ты заметил, что там и этот... у тебя сетка металлическая под ногами. Да-да-да. Описание квеста. Да, я видел. Найди телефон, и тебя будет ждать. Встречать у машины, да, тебя да, будут. Да. И у них же написано не просто так в одном рейде сделать. Просто это сложно сделать технически. Сколько раз мы проверяли, никто не открывал. Ну, сколько раз? Один, два проверяли. Так, открываем. Такой себе, походу, по ключикам. У меня я этот взял от магазина. Я Concordia 34, Concordia 63, Concordia охрана, идея касс. Что-то нам вообще не фартануло. Либо они, может, уже подрезали его? Заблудился сейчас. Нету. Чувак зависший. Или думающий что-то. Меченые ключики валяются, слышишь? Неплохо в этот раз. Я вообще ничего не взял. У меня переулок, шоха и решетка. Брошенный заводской. И, кстати, подожди, ржавый? Я ржавый тут нашел ключ, еще один. А я сейчас могу сумку кинуть? Могу. Слышишь? Возьми в сумке ключ. Ой. Брошенный завод. Меченый. Что, буршунчики? Чебурнидзе. Уже что-то на грузинском. Дверь эту не закрываю, чтобы нас не заблочили потом. Биточек. Это мой? Это твой биточек. Яичко. Еще один брошенный завод. Времянка. Бегут. Надо выходить отсюда. Кто-то подбежал. По улице прям бегает. Дверь ты закрыл? Нет. Значит, к нам забежал на первую. Может быть. Я закрывал, потому что я туда зашел. Убил одного. Ты ходишь по битому. Я. Спускайся. Давай, спускайся сюда. Ну, короче, затестили комнатку. Сами видите, более-менее норм. 2 биткоина. Что у тебя еще за ключи сейчас были?
У меня, считай, от завода, опять-таки отмеченного, биток и по мелочи.